воскресенье в Самарской области облачно, пройдет снег и дождь. Температура воздуха днем 1,3 с плюсом, ночью 1,3 с минусом. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. В Сызрани небо в тучах, дождь, днем плюс 4, ночью 1 ниже 0, восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, осадки в виде дождя, температура воздуха днем плюс 3, ночью минус 2 градуса, ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой снег, днем плюс 2, ночью 1 с минусом, юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.